Вот я собираюсь отправлять этот двигатель вам. Посмотрите. Так, с этого двигателя были сняты навесное. Здесь я кронштейн генератора я снял. Я его отдельно положу, потому что мне вот эта деталь будет мешать сейчас сгрузить, потому что неизвестно, какая машина приедет. Может там седан, может минивэн, чтобы не доставляло никаких проблем. Сейчас я ее отдельно положу здесь. Двигатель только поставите, проверите. Сами, наверное, знаете, что какой-либо 100% гарантии нету. Нужно только ставить, проверять. В случае неисправности двигатель вам необходимо отправлять нам обратно. При этом теряете вы деньги также на перевозки туда-сюда, обратно. Теряете деньги на установки, на маслах, на расходниках и так далее. Мы всегда рекомендуем перед установкой двигателя менять сальники, расходники различного рода, чтобы потом не возникало никаких проблем. Перед отправкой двигателя я хочу вам также сказать о том, что здесь этот фильтр немного другой, допустим. Здесь он с двумя этими, но если что, поменяете, там, если этот не понравится. Обычно вот такие вот фильтры бывают и вот такие вот здесь. На этот двигатель, который вы покупаете, здесь фильтр такой вот. Если что, можете поменять его без проблем. Так, в принципе, все. Я сейчас твич-пленкой замотаю. Касательно времени на проверку, то 14 дней со дня отправки. Какой-либо 100% гарантии нету. Только поставите, проверите. Если будет какая-то неисправность, вам придется двигатель отправлять нам обратно. В принципе, все, что. Так, сейчас я сюда помечу. Если метки мы, допустим, сюда поставим, это не значит, что нельзя снимать. Это вы без проблем можете снять, поменять, свою поставить. Просто если вдруг возврат будет, чтобы мои запчасти, допустим, мой датчик ВТЭК, там, мой клапан ИГР вернулся обратно, допустим, мой коллектор и так далее. Это я просто мечу свои детали именно. Двигатель мечу, там, поддон мечу. Это не то, чтобы вы поддон не снимали. Можете открыть, да, заменить свой там. Но я метку на него поставлю, чтобы в случае чего вернулся именно мой поддон. Так, этот момент мы прояснили. В принципе, все. Сейчас метки поставлю и стрич-пленку замотаю.